В рамках программы «Светлый город» в муниципалитете реализовали уже 5 проектов наружного освещения. 2 в Одинцове, по одному в поселке Заречье, деревне Малые Веземы и городе Голицыно. В ходе работ было установлено и заменено 224 светильника. Кроме того, улучшено освещение дворовых территорий. Подрядные организации установили 975 энергосберегающих светильников и реконструировали почти 6 километров кабеля.